Доброе утро. Доброе прекрасное утро, мои хорошие. Я проснулся, время 7 утра, на голове бардак. Делал вчера пилинг головы, чистил кожу. Чтобы, знаете, кожа тоже должна дышать. Обязательно, кстати, делайте пилинг головы раз хотя бы в неделю. А если вы делаете стайлинг, наносите стайлинг, как я, каждый день, а я каждый день наношу пудру для волос, для объема и там лаки, то есть мне постоянно, у меня ежедневная эта вся история, то можно и по два раза в день спокойно использовать, особенно если у вас не крашеный волос, потому что это смывает искусственный пигмент, у меня болит нос, мне кажется, он даже у меня увеличился, честно говоря. Вот, и это, поэтому у меня теперь такой бардак на голове. Сегодня прекрасный день. Вчера мне предложили 2 целых дня съемочных с Анитой Цой. Понедельник, вторник мы будем работать. Сегодня поеду к ней в офис. Нужно кое-что обсудить. Вот. И в понедельник, вторник мы снимаемся у нее дома, за городом. Вроде бы, честно говоря, мне адрес еще не сказали. Мне сказали, что у нее дома. Где у нее дом, я пока не знаю. Но я приблизительно знаю. В общем... Порадуйтесь за меня. Я такой счастливый. Наконец-то мне Бог дал хорошего артиста. У меня все были хорошие. Чего я говорю, ерунду? У меня все были охеренные. Так, давайте пить кофе. Я вчера перед сном съел утреннюю свою запеканку. Я захотел кушать. Думаю, съем я запеканку и все. Выпил протеин, съел запеканку. Сейчас поеду в зал. Тренировочка. Сейчас я вернусь к вам. Вика нам что-то пишет, сестра. Кстати, я совсем забыл вам сказать, что победитель объявилась. Она мне написала в директ. Сейчас я вам прикреплю с ней переписку. Девушка из Краснодара. Вот. Приз 500 рублей улетели ей. Вот, прям в 7 утра я отправил. Не спалось мне, переживал. Сейчас прикреплю переписку. Это такой, знаете, отчет. Чтобы вы понимали, что мои конкурсы всегда реальные. Что я, если говорю, то я делаю. Вот. И не прощаюсь с вами. Следом идут переписка с победительницей. И... завтракать, наверное, надо. Знаешь, подумаю. Ну что, мои дорогие, я уже еду в зал на тренировку. У меня сегодня день спины. Может быть, еще что-нибудь поделаю, я обязательно буду делать кардио. Я решил включать обязательно кардио, как бы мне этого не хотелось, как бы я ненавидел кардио. Включать эллипс в свои тренировки, потому что я пару раз потренировался на эллипсе. С меня, во-первых, сошло как с гуся столько воды. Вот, а во-вторых, тело очень-очень подтягивается, кожа очень подтягивается, поэтому... Если тренироваться, давайте уже тренироваться качественно, не халтурить. Поэтому, кто со мной, давайте зажигать, давайте корректировать свое прекрасное без того тело. Чтобы не стыдно было показать, чтобы не стыдно было на пляж выйти. Вот, поэтому, что, погнали в зал, треним. Потом, короче, мне нужно заехать к приятелю, который мне даст... подарок, бренд Наши. Дебил тупорылый. Вот вообще что творит, а? Как он сейчас повернул вообще? Вот он дурак. Это просто. Вот чем думают люди, когда так поворачивают, а? А если бы у меня была скорость побольше, я бы сейчас бочину бы въехал. Он просто взял вот так передо мной и так развернулся. Короче, дурак, Олень, добрый день. Поеду за Наши. Мне подарок презентовали, бренд. И поеду потом в офис Анитой Цой, уже об этом говорил. И что у меня еще сегодня? Мне Таро еще. Мне сегодня записывать много-много-много-много на Таро. В
общем, мои хорошие, кто, кстати, еще не ознакомился с прогнозом на август, август уходит, советы, рекомендации там остаются, заходите, смотрите Кривенко Таро и, пожалуйста, наблюдайте, сравнивайте, если резонирует ли мой прогноз с вашими реали, вот, если резонирует, то пользуйтесь моими советами, рекомендациями для того, чтобы улучшить вашу прекрасную без того жизнь. Вот, мои хорошие, ну что, жду светофоры, погнали. Потому что на беговых дорожках суставы летят, эти колени летят очень, поэтому имейте в виду. Никого нет в зале, я один. Это очень круто, это просто великолепно. Народ, бухайте, бухайте, это очень круто. Пейте, много пейте алкоголя. У меня сегодня, кстати, пошел, не то чтобы я считаю, а у меня сегодня пошел 22-й, по-моему, день без алкоголя, вообще без грамма. И вы знаете, очень круто, я прям вообще на кайфе. Так, давайте продолжаем работать. Дорогие, я уже еду в салон. Мне надо забрать стайлинг с салона. Забежал, купил готовые роллы. Филадельфия с тунцом. И воду купил со вкусом лимона. Даже не со вкусом, а с лимоном. Видите, тут плавает. Я уже брал ее несколько раз, кстати, она реально вкусная. Да, она очень вкусная. Вот она прям кайфовая. Это сок, это от доброго. Очень вкусно. Все, мои хорошие, буду ехать. Потому что мне надо есть и успеть еще. Я сейчас это ужасное делаю так. Вкусно. Жрать хочу. Машина мой второй дом, реально. Я бы, честно говоря, полил бы сверху соусом, но не будем. Там соли много. Вчера и так наелись. Да, вкусно. С тунцом. Вроде выходной отдел.
просто по горло. Такой имбирь вкусный. То есть такая еда, которую можно с собой взять. В Москве, кстати, дождь идет. Моросит. Подберу. Упал. Все, мой хороший, буду дальше кушать. Люблю вас. Еще встретимся много-много раз. Московский государственный университет, МГУ. Вот Воробьёвы горы, люди гуляют, я еду в салон. Ту-ту-ту. Здесь классно, здесь так зелено, такая аура хорошая, энергия, энергетика. Здесь очень приятно. Смотрите, какие небоскребы строятся в Москве, возле Москва-Сити. Уже Москва-Сити не видно, настроили. Прикольно. Ой, мой хороший, я устал. Я где-то весь день сегодня ношусь. В офис еще не доехал, кондицой. Не доехал. Потому что они еще не в офисе. Они еще дома у Аниты, за городом. В общем, позже поеду. Так, смотрите. Что я купил? Ну, естественно, панини. Ну, как я мог не взять панини? Ты что мне, блядь, с курицы положила? Нет. Как это все красиво чтобы было, но это как-то некрасиво. Короче, я решил с соусом. Все очень вкусно. Короче, что я хотел сказать? Наши я тоже завтра заберу. Не тоже, а завтра. В офис позже. Наши завтра, потому что парень уехал, который мне должен был подарить. Уехал в этот, на день рождения. Бухать. Сейчас смотрел, ну, стоял и смотрел на дочку с дочь и мама. Я на них обратил внимание, потому что они очень жестко так орали за моей спиной. Я сейчас повернулся на них, посмотрел таким взглядом, знаете, это сжигающим. И не понял, знаете что? Мы пока стояли, ждали заказа. Я не понял, у кого из них шизофрения. Ну реально, блядь. То ли мама, у мамы ку-ку, то ли у дочь. Такие разговоры. Две взрослые тети стоят. Там дочь такая, лет, наверное, 16. И мама. Лет, наверное, ну,
сколько там, не знаю, 45, ну выглядит плохо. Блять, такие разговоры между собой ведут. Я на них смотрю, думаю, серьезно? Дочка на мать орет, ты ничего не понимаешь в моих украшениях, а та из бисера себе наплела, блин, это говна какого-то на шею. Мне кажется, будет осень, очень моя любимая пора. Столько шизиков сейчас вылезет. Это очень вкусно. Я весь день ем в машине, вы прикиньте. Мне нужен, наверное, автобус. Блять, чуть не подавился. Наверное, правду говорю или хуйню. Это еще не все. Ну, в принципе, я мог бы на этом ограничиться. А теперь сильно высок. Вода эта выпита, которую я брал утром. Что весь день в машине. Он тоже с соусом. Я решил грешить второй день. Это мой любимый биг тейсти в лаваше. Я не люблю его в булке, потому что, ну, булка — это пипец, это тяжело. Такая котлетка с дымком. Милый. Так. Мне, короче, надо посмотреть, написать по поводу вечерней встречи. Вернусь еще к вам. Я уже лифт вызывал домой. И это... И вспомнил было про Валберес. Через 2 часа нужно быть в офисе. Неделя у нас такой. Хорошие, давайте. Давайте с вами посмотрим, что я тут поназаказывал. Что я поназаказывал? Клиентка. Целый пакет.
Я так устал. А я устал. Так, ну это карта Ленорман. Это не для этого канала, поэтому даже не буду пояснять, что это такое. Так, ну что, давайте. Я как Дедушка Мороз, борода из ваты. Так, смотрите. Умывалка. У меня закончилась умывалка. Я заказал вот такую, японскую. Пенка для умывания, увлажняющая. По-моему, она даже вроде бы называлась, что она мужская. Пахнет вкусно. Знаете, на что она направлена? Нет, по-моему, не мужская, она направлена на увлажнение. Нет, на мужской, да, все правильно. Так, 30% состоит, на 30% состоит из увлажняющих компонентов, предназначена для ежедневного умывания и подходит для, подходит даже для чувствительной мужской кожи, склонной к раздражениям после бритья. В общем, такая умывалка японская. Не знаю, не пробовал, буду пробовать. У Ани Семенович подглядел, короче, как она умывает лицо. Заказал себе такую же. Ну, может быть, не такую. Сегодня будут еще одни новости про... Мне прислали видеопереписку. Вот сейчас только что прислали, я вижу. Видеопереписку с Наиль про ладненькую. Короче, у меня каждый день тут какие-то истории веселые. Короче, вот такая пена. Подождите. Мягкое очищение. Пена обладает противовоспалительными очищающими средствами. Удаляет так остатки макияжа и, других загрязнений. Подходит. Вот так это выглядит. Сейчас покажу вам. Ну, уже понимаете, да, о чем речь? Может быть, у кого-то есть такая. Я у Аньки подглядел. Вот такая штука. Короче, вот она щеточка. Вы взбалтываете. Вот такая пенка. Взбалтываете, пена начинает выделяться, и вы массирующими движениями очищаете кожу. Очень крутая штука, должна быть. Ну, я думаю, что если Анька пользуется, Анька... Ну, она, правда, она не любит говно. Она сразу все это выкинет. Не будет пользоваться. Дальше. Я заказал себе шампунь. Очень, кстати, дизайн похож на этот, да? На Зеленский. Такой шампунь заказал. Против выпадения. В общем, короче, это мужской шампунь. Против выпадения, для активизации роста волос. Кстати, девчонки-мальчишки, я хочу вам сказать, что чем отличается вообще мужская продукция от женской. Еще много-много лет назад мне об этом говорили косметологи. В общем, там два фактора отличия. Первый – это, естественно, отдушка, что у парней, на продукции для парней она более мужская. Вот. И второе – она более интенсивная. Я вам как-то хотел рассказать, что забывал. У меня, например, косметолог всегда пользовалась... кремом для глаз, вокруг глаз, мужской всегда. Она говорит, он гораздо интенсивнее. Поэтому просто имейте в виду. Может быть, кому-то подойдет мужской какой-нибудь крем реально там для глаз. Что ж такое-то? Вот запаковали-то, а. Да, блядь. Что, блин? Двери. Вот. Вот так он выглядит. Пишут, что просто какой-то колоссальный сразу рост волос, плотность. Ну, пахнет каким-то, знаете, это... Какими-то травами пахнет, но он на травах, он реально на травах. Так называется, тоже мужской, видите, мэн написано. Это еще не все. Это что? Слушайте, вот вроде не бухаю уже. А знаете, в Валберес захожу, как в этот, как к себе домой, блин, как в магазин, шопинг. Что это? А, все, начинаем вам рассказывать про новосибирскую
линию, называется она Новосвит. Вот такая, это тоник, вот название Новосвит. Не знаю, не пробовал. Это протирать лицо. Посмотрим. Антивозрастное очищение. Первый раз такое сочетание слышу. Ладно, идем дальше. Смотрите, что такое. А, там была акция, кстати. Акции мы все любим. Два по цене одного. Сейчас покажу. Это сыворотка под кремы. Обязательно, девчонки, пользуйтесь сывороткой. Одним кремом не пользуйтесь, потому что сыворотка — это проводник крема, чтобы крем зашел более в глубокие слои. Смотрите, вот так это выглядит. Две абсолютно одинаковые, они по одной цене были. Ой, по цене за одну как будто бы. Тоже фирма Новосит, это новосибирская. Я как-то такие сыворотки покупал в Таиланде. С это, муцинной, как это, муцинной улитки. Да, вот так выглядит это все. Наносится с помощью пипетки на лицо, на очищенное, протертое уже вот этим новоситом, новопосит. Вот. Дальше идут кремы. Сам, честно говоря, не знаю, что я заказывал. Гель-филлер. Тоже этого бренда Новосит. Гель-филлер. С 3D гиалуроновая кислота. Угу. Вот так это выглядит. Пахнет очень свежо, такой прям свежестью. А содержание витамина Е, это очень, кстати, хорошо. Дальше. Это что еще? Плюшки. Вася Плюшкин, увлажняющий крем 24 часа. Я проверю. Увлажняющий крем 24 часа. На заборе тоже написано. Коллаген с гиалуроновой кислотой. Посмотрите, вот так выглядит этот крем. В общем, я все это буду проверять, естественно, на себе, пробовать. И буду вам рассказывать, буду давать отзывы. Это все купил за свои деньги, поэтому отзывы будут честные. Но продукция копеечная, вот честно. Зайдите, посмотрите на Wildberries. Продукция копеечная, но там есть все. Мне кажется, у этого бренда реально есть все. И пятки намазать есть чем. Так. Ну что, мои хорошие. Усаживайтесь поудобней. Я запускаю вам видео, которое смотрите, все сами поймете. В главных ролях турецкий Наиль. Доброе утро. Извини, что сейчас записываю тебе видео. Только сейчас нашла время. Не знаю, хорошо ли ты меня слышишь. Смотри, это я переписывалась с Наиль Кюльчу. Это Наиль, который Инна Судакова говорила, что она с ним квартиру он хочет ей купить. И там, ну, в общем, она много чего наговорила, может, там по бывшим видео посмотреть. Также у меня есть в друзьях Дженгиз Топал. Правильно его говорить Дженгиз по-турецки. Извини, я много экаю. Дженгиз Топал, это тот, который, она сейчас в видео говорит, что он ее позвал на работу, но насчет Дженгиза мы еще с тобой поговорим, потому что с Дженгизом я тоже связана, естественно, никто ее никуда не звал, и Дженгиз вообще не хочет с ней общаться, это
точная информация. Здесь написано на турецком, естественно. Я писала на турецком. В Турции я живу уже 14 лет. Турецкий я очень хорошо знаю. От Анталии я нахожусь 3... От Алании я нахожусь 3,5 часа в езде. Если ты заинтересована, я могу это все перевести. Если не заинтересована, тут и так все понятно. Здесь Наиль со мной здоровается. Я дальше объясняю, что... Дело в том, что вас позорит Инна Судакова, и вы с ней проживали, то есть вы ее звали домой. Ну, то есть тут я пишу, как у вас дела, как у вас проходит туда-сюда. Он мне пишет, все нормально, у меня спасибо большое, да, конечно. Тут я ему пишу, значит, что над вами русские девочки просто в Ютубе все смеются, потому что вы... нет, я здесь пишу, весь зимахбур, вы резиль дурмал макачины яздым. Я не хочу, чтобы вы остались как бы в плохом отношении. Ну, не то, что в плохом отношении, чтобы вас не позорили, скажем так. То есть он мне пишет, что YouTube ten фазланамам, то есть я в Ютубе не разбираюсь, спасибо большое. Я ему здесь пишу, что видео выложено туда-сюда. Да, говорит, я видел, я знаю, что она со мной... Нет, он говорит, да, она со мной сейчас. Это было как раз тогда, когда она была с ним. Спасибо большое, он мне пишет. Я ей плохого ничего не делал, я только старался сделать ей лучшее. Я объясняю ситуацию. Он говорит, вы можете мне послать, пожалуйста, то, что она выкладывает со мной. Я, конечно, говорю, Наиль, бей, я к нему обращаюсь, бей. Это уважительная такая форма на «вы» в Турции. Дальше он меня благодарит. Я высылаю ему видео, высылаю ее канал. Он говорит, да, спасибо большое. Я, говорит, вообще не знал, она меня ничего не спрашивала. Она не говорила, что... меня снимает, и что это будет выкладывать в интернет. Я говорю, вы знаете, я могу вам помочь и сделать вам канал, чтобы вы пожаловались на YouTube и... Аланя, да, он тут, Насаша там сам... пожаловалась на YouTube, и чтобы она стерла видео. Он говорит, да, я ее попросил, я ей написал. Тут я объясняю ситуацию. Он говорит, да, и... Он говорит, правильно говорите, я не люблю, когда врут. Когда врут, это очень плохо. Я с вами согласен, он пишет. Очень, кстати, культурно общается мужчина, очень культурно переписывается, очень культурный такой разговор у него. У меня, кстати, тоже, потому что я училась в Стамбуле, и насчет культуры у меня... Вот еще видите дату, 23.11.2019. Здесь мы собираемся ему, ну, то есть я ему хочу помочь сделать канал, мы открываем ему канал. Дальше я от него прошу, ну, то есть он мне высылает свой номер мобильный. Я ему высылаю свой мобильный телефон, и дальше мы уже разговаривали по телефону. По телефону я ему сказала, чтобы он выслал свое видео определенное, которое я могу выложить на YouTube, на его канал, потому что канал я ему открыла тогда. И он с этим видео как-то вот немножко затормозил. Он мне высылал видео, которые, ну, просто они не подходили, не загружались они в YouTube. И так вот все осталось. Вот. Хотя он мне потом еще, конечно, звонил. Мы еще много у меня сообщений, но я уже потом стерла на WhatsApp. Так что примерно такое видео.